Анатолий Аминчиков уже 42 года трудится на прогрессе. Начинал рядовым слесарем, теперь достиг максимального разряда на своей должности. А сегодня еще и удостоен почетного знака трудовой славы. Говорит, что все это из-за отлаженной на предприятии преемственности поколений. Теперь Анатолий и сам помогает молодым. Видит, что в них есть потенциал к новым свершениям. Благодаря вот опыту большому я делюсь с молодыми людьми, которые к нам приходят. Молодые люди приходят грамотные, то есть познают быстро, все схватывают на лету. Почетные награды в честь юбилея первого полета человека в космос из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получили 18 человек. Награждение состоялось на торжественном заседании научно-технического совета завода. На современном этапе «Прогресс» является лидером ракетно-космической отрасли. Самару часто и по праву называют одним из главных центров мировой космонавтики, космической столицей России. Это заслуга вашего коллектива. И прежде всего ветеранов, которые первыми проложили дорогу в космос. Свои награды лучшим сотрудникам вручили и депутаты дум разных уровней, от государственной до городской. Поздравила сотрудников «Прогресса» и глава Самары Елена Лапушкина. И в этот замечательный день я бы хотела обратиться со словами признательности, благодарности ко всем ветеранам и вашего предприятия, и ко всем ветеранам космической отрасли. С праздником вас, Днем космонавтики, новых вам достижений, новых побед и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Также почетные гости и сотрудники предприятия в этот день возложили цветы к памятнику Виктору Литвинову. Под его руководством на заводе была собрана ракета, на которой Юрий Гагарин отправился покорять космос. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.